Надо было сегодня всех вместе собрать. У каждого дела. И вроде так посмотришь, важные дела, нужные, но все спешим, торопимся куда-то. Ведь чувствовал, что надо. Утром звонила бабушка. Вечером поедем в старую Любовку. А может, лучше они к нам? Не хочу в деревню. Это нечестно. Валя прямо сейчас нужно. Кто-то особенно захотел, чтобы мы побыли все вместе. Ha ha ha.